конные прогулки на лошадях в Калашине. Профессиональный инструктор Жарко. Давай. О, молодец. Давай. Молодец. Наездники, помаши. Молодец. Молодцы! Как ощущения были? Хорошие. Первый раз? Не, не первый, но я немного подзабыл, как кататься. Но я все-таки научился еще больше управлять лошадью, ну и я как-то ее почувствовала. Надо было просто почувствовать ее. Я когда хотела, она быстро ехала, когда я не хотел, то она не быстро. Хочешь еще? Ну, хочу, конечно. Окей, спасибо. Понравилось? Мне? Очень было круто. Приходите сюда в Черногорию, катать их на этих лошадях, именно вот на этой. Она самая крутая. А чем крутая? Тем, то, что она достаточно быстрая, ну и она добрая очень. А сложно было управлять? Ну, сначала да, потом нет. Сколько катался? Час. Научился? Да. Молодец. Останавлив... Еще хочешь? Да, очень. Хорошо. Я прямо сейчас. Все, пока. Пока.